В гимназии номер 16 обучается почти 3000 детей. В состав образовательного учреждения входят детский сад и два школьных корпуса. В каждом из них организован полноценный учебный процесс и созданы максимально комфортные условия для занятий спортом, досуговой деятельностью и, конечно же, полноценного питания. Наше меню, которое в округе используется, оно лучшее меню вообще считается в Московской области. То есть на базе него делались все другие. Мы обычно на таких встречах мы просим комбинат питания, чтобы они нам позволили в день наших встреч по организации питания, вот вы спуститесь в столовую, там обед, первое, второе, третье, там что положено, и каждый из вас может полностью взять обед, попробовать, может какую-то часть, то, что захотите. Сегодня на встречу пригласили родителей начальных классов, но стать участником проекта «Родительский контроль» могут мамы и папы любого из учеников. Главное – записаться на удобный день. Сделать это можно на сайте образовательного учреждения. Тем временем из актового зала контрольная группа родителей проследовала в обеденный. Здесь ежедневно питаются почти 400 ребят. Но сегодня первым делом обед пробуют не школьники. Мне очень понравилось, все было вкусное. Очень похоже на санаторно кружное питание. То есть без зажарки, без лишнего жира. Все очень хорошо усваивается. И самое главное, еда свежая. Спасибо, все очень вкусно. Мы очень довольны, что в начальной школе организовано горячее питание. Сейчас сняли пробу, очень все вкусно, полезно. Мы довольны. И сама обстановка такая приятная. Очень вкусно. Я даже не ожидал, что так вкусно на самом деле. Вспомнили свои школьные годы? Ну, у нас там совершенно другое было. А что было тогда? Ну, не хочу рассказывать. Ну, так вся еда. Это сейчас намного очень вкусно. С мнением родителей соглашаются и ученики. Проводим опрос, выясняем, какое блюдо самое популярное у мальчишек и девчонок из этой школы. Я каждый день в школе кушаю, да. Каждый день. Да. Пюре с котлетой и кабачковая икра. Рыбный суп, пельмени. Мне очень нравится. Здесь пельмени очень вкусные. Каждую пятницу. Вот. Также очень вкусный гороховый суп. Мое любимое блюдо – это, наверное, тоже котлеты с пюре и гороховый суп. Картошка. Пюре с котлетой. Это вкусно. Меню во всех школах округа. Десятидневное. Пельмени только по пятницам. Из 3000 учеников гимназии бесплатные завтраки и обеды получают все без исключения мальчишки и девчонки начальной школы. Это почти 1400 ребят. А также обучающиеся льготных категорий из многодетных, малообеспеченных, семей мобилизованных и с особенностями здоровья. Юлия Федориненко, Александр Соломкин. Первомытищинский.